Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, как я делаю очередного муравья. Муравья я делал уже неоднократно, разных, и тяжелых, и не тяжелых. Значит, этого муравья были мы на рыбалке в этом, этой зимой. Ну и как-то что-то клёв был паршивый. А мужичок ходил там, глядишь, там то плотвичку, то окунька и подвытянет. Ну а потом я к нему подошел разузнать, на что он ловит, на какую мормышку. И у него был такой муравей. Потом, правда, я вспомнил, мне прислал фотку такой подписчик. Но я давно уже делал, то есть там в каталоге они есть. Ну, а это решил вам показать. Значит, крючок у нас формы скут, 14 номер. Вольфрамовая головка. У меня граненая, но не обязательно. Можно темную, можно серебряную. 3,5 миллиметра. И черная нить. Понадобится нам. Значит, и берем вот так вот, сразу фиксируем нашу нить на крючке. Сразу я подматываю под вольфрамовую головку, чтобы она менее, не так сильно прокручивалась. И вот так вот мотаем где-то вот отсюда, мотаем уже сюда конусом, к вольфрамовой головке. Создаем жопку нашего муравья. Сразу хотелось бы сказать, кто не подписан на канал, подписывайтесь, не забывайте. Чтобы не пропускать новые видео. Вот так вот не спеша подматываем. Она вот так вот соскакивает. Ну ничего. И далее уходим сюда. Немного дальше. Проматываем. И вот здесь наматываем такую, как бы, как ее назвать, короче, головку делаем. Тоже будет соскакивать, ну там немного подматываем, там потом мы доработаем уже уфайгелем. Вот так вот уходим сюда, здесь проще завязаться и уже делаем узел, и больше нам нить не понадобится. Вот так вот сделали. Значит, теперь берем, отпускаю крючок, отпускаю тиски наши, немного вот так приподнимаю, и будем рисовать нашу
жопку. Жопку можно использовать, ну, рисовать. Ну, я буду использовать вот такой вот оранжевый. Вот такой вот. Прозрачный УФ-гель. Размешал я с этими неоновыми порошками. То есть вот такой вот у меня оранжевый. Можно красным, розовым, кому какое больше нравится. И вот так вот, сейчас вот мы будем до половины. Начнем, наверное, отсюда. Потихоньку, не спеша, чтобы не за этот, нам не залепить наше ушко. За несколько заходов подсушиваем сразу фонариком. И опять же дальше продолжаем. Потому что на видео вроде бы классно, оно там у вас покрупнее. Ну а тут 14 номер как бы такое, хоть линзы одевай. Потихонечку вот так вот. Добавляем, где пропущено. Не страшно, если мы залезем за большую часть головки, так как там будем подкрашивать черным маркером, мы окантовочку можем все это выровнять. Так, вот здесь у нас еще есть немножко, просвечивается. Мы сейчас тут добавим. Такая вот у нас попка получилась. Ну и теперь цветной этот УФ лак нам не нужен. Беру прозрачный, я использую с кисточкой. И уже небольшим тоненьким слоем наносим сначала здесь эту форму. Можно немного добавить. Вот так вот. И фиксируем фонариком первую часть. Ну и также сейчас капельку будем ставить на эту, на вторую часть. Сюда. Сильно большую тоже не надо.
Друзья, если вы хотите заняться нахлыстовой рыбалкой, пополнить свой модельный ряд различными приманками, приобрести новое удилище, то вам точно стоит обратиться в магазин flyfishing.com. Наши партнеры смогут помочь как в выборе аксессуаров для рыбалки, так и определиться с одеждой для различных погодных условий. По промокоду ММП или мормышки-мушки-покапушки получайте бонусы или скидки. Обо всех акциях уточняйте у продавца. Все это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине flyfishing.com. Примерно где-то так. И быстренько фиксируем. Все готово. Далее беру я черный маркер. И уже, то есть, закрашиваем. Сначала я делаю окантовочку самого этого, самой яркой части. Вообще так, блин. Немного подкрашу. Ну, вот так вот вроде бы. Немного там есть нюансы, но не критично. И теперь, то есть, подкрашиваем всю нашу форму. Также головку, маленькую часть подзакрашиваем. Вот вроде бы вот так вот. Маркер убираем в сторонку. И теперь опять же тоненьким слоем все мы это дело фиксируем вместе с оранжевым. Оранжевый тоже как бы закрепляем, оранжевую часть. Вот так вот. Оранжевую я бы даже сразу эту часть зафиксировал бы, чтобы у нас она не поплыла в наше ушко. Есть. Ну и теперь уже доводим все остальное. Фиксируем, нанося небольшой тоненький слой. И так же само нашу головку. Вот так вот. Вот здесь вот, по-моему, с вашей стороны, как бы, по-моему, пропустил. Сейчас мы подправим, потому что там немного отличается цветом. Вот так вот. Вот, все. И опять же зафиксировали. Вот так вот получается муравейчик. Сейчас я вам скажу, что он выходит по весу. По-моему, в районе 0,4. Ну да, ровно 0,4. Сейчас еще раз. Да, 0,4. Так что вот такой вот муравейчик. Муравейчик рабочий. Делайте, не бойтесь. В некоторых ситуациях он может
То есть в некоторых рыбалках он может вас даже неплохо и выручить. Потому что, ну, честно говоря, я как бы локти кусал. Потому что мы были много разных, было у меня мормышек, но муравья как раз и не оказалось. Так что не забывайте, что все полезные ссылочки в описании. Не забывайте также про группу в Вайбере, то есть каталог. Все, что вас, какие вопросы интересуют, все в описании. То есть подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, комментарии. Все приветствуется. Ну и всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.